Доброе утро, ебать. Состояние, блядь, нестояние. Вчера допоздна снимали и работали. Надо в отпуск. Поедешь со мной? Ой, блядь. Чё? Ты ещё спрашиваешь? Есть, кстати, новое ругательство, если вы не знали. Называется оно «чайка». Например, в данном случае «чайка» — это я. Я раскидал, блядь, пол машины и понял потом, что этого делать было не нужно. Чайка! Не знаю, нахуя, но идет дождь, и второй специалист подметает воду. Чайка! О, блядь, несколько часов, но нихуя не поменялось, только еще хуже. Тут только все разбирается, оператор сидит, нихуя не делает, но второй специалист воду вроде перестал подметать. Когда, хуй его знает, я закончу это? Когда? В мастерской просто срачевник. Еще все завалено вот этими, блядь, бумажками, блин. Короче, просто кошмар. А если вам нужно офигительное приложение для автосервиса, называется оно ZenCar. Просто офигительная вещь, очень удобно. И цена-качество. Свайпай.